Предполагаемый виновник экологической катастрофы. Правоохранители задержали директора Николаевской фирмы-подрядчика, которая выполняет работы по расчистке промоины между Молочным лиманом и Азовским морем. Предполагается, что халатность сотрудников предприятия привела к недавнему массовому мору рыбы, когда погибло около 17 тысяч особей пеленгаса. Как сообщил на своей странице в соцсети глава нацполиции области Олег Золотоноша, задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.